Привет! Говорят, понты дороже денег. Зачем люди едят эти продукты, хотя в этом нет никакого смысла? Ты знаешь, какая самая дорогая рыба в мире? Это ангулос. Хотя ангулос – это не совсем рыба. Ангулос – это мальки угря, один из испанских рыбных деликатесов. Угри мечут икру в Саргассовом море на расстоянии около 5000 километров от европейского побережья. Мальки переносятся к берегам Испании течением Гольфстрим. Этот путь занимает до 2 лет, чтобы потом малькам вырасти в пресных водах испанских рек. Сезон промысла начинается в ноябре. Лучшее время для ловли – холодной ночью, дождливую погоду во время сильного приливного течения и неспокойного моря. Мальков вылавливают с помощью сачков из мелкой сети, привлекая их вниманием светом фонарей. Ловят ангулос рыбаки, которые называют ангулерос. В прошлом мальки угря не считали ценным продуктом и были традиционной пищей рабочих в Северной Испании, поскольку уловы в сезон были велики. По мере снижения улова ангулос стали одним из самых дорогих испанских деликатесов. Килограмм сырых мальков стоит до 1000 евро, а в начале сезона свыше 5000 евро. В стране басков принято есть мальков угря на Рождество, Новый год и День Святого Себастьяна. Интересно, что ни вкусовые качества, ни питательная ценность мальков угря не выделяют их из прочих видов морепродуктов. Высокая же цена объясняется психологическими причинами, стремлением продемонстрировать свой социальный статус и подтвердить принадлежность к местной культурной традиции. Ангулос принято есть с картошкой, но если уж выбирать такую дорогую рыбу, то надо его есть с картофелем «La Bonotte» – самым дорогим картофелем в мире. Но об этом в следующем выпуске.